Всем привет! Сегодня обзор беспроводной зарядки для Samsung Galaxy S5. У нас имеется объект номер один и объект номер два. И главный объект это у нас Samsung Galaxy S5. Он может даже похвастаться шестой версией Android, о котором прочим устройствам того года остается лишь мечтать. Однако не стоит забывать, что для беспроводного способа подзарядки смартфона понадобится еще и специальная задняя крышка для Galaxy S5. QI-крышка объект номер 2. Она полностью повторяет дизайн оригинала, выпускается в нескольких цветовых решениях. Замена требует несколько секунд времени пользователя, после чего Samsung Galaxy S5 переходит в ряды устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку. Официально беспроводная зарядка для Galaxy S5 обладает скоростью 760 мА. Это немного больше и быстрее, чем если бы вы заряжали смартфон через кабель USB 2.0, но все же этого меньше, чем полные 2 ампера. S-Charger Pad, объект номер один, представляет из себя квадрат со сторонами 72 мм, высотой 9 мм. На его двух смежных сторонах расположен разъем microUSB для подключения адаптера питания и световой индикатор состояния процесса зарядки. Устройство очень легкое и не занимает на столе много места. Процесс зарядки довольно прост. Достаточно положить смартфон на зарядное устройство. Прозвучит звуковой сигнал, и на экране отобразится надпись о начале зарядки смартфона. На зарядной панели загорится световой индикатор, отображающий состояние процесса зарядки. В принципе, вот и все. Также в наличии предоставлена инструкция, как правильно пользоваться данными устройствами. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии.